место для лучников. Это торговая улица. В каждом городе есть такая торговая улица. Несмотря на то, какой маленький город, обязательно есть храм и торговая улица. А вот в таких местах прежде торговали. Там каменные прилавки и крыша. Я пока снимаю, люди ходят и пригинаются, потому что, ну, чтоб не мешать, знаете. Weet je hoe lang ze daar hebben gezeten?